как всегда, послушаю радио, как из лужи попил. Да, конечно, друзья мои, раньше так не было. Ну и в общем, что? Что вы на этот раз? Какое сказать говно преподнесли. В общем, что касается, значит, да. Средняя скорость. Штрафы за среднюю скорость. Ну, это вы как бы узнаете, поймете, что это такое. Вообще, что касается какого-либо наказания, я вот как-то, знаете, может, я и дурак, но я считаю, что нужно воспитывать в человеке внутреннюю культуру. Вот и все. Даже не воспитывать, а как бы так вот. То есть, любое, как говорится, понимаете, 21 век, ну, мы же должны как-то уже выходить из свинарника, как вы считаете, или вот из этого, или как вообще? О, кстати, заходим на Лукойл, там заправлюсь и... ну, потому что, видишь, кофе я не знаю, наверное, не буду покупать, я так полагаю, что-то. Хотя, может, и куплю. Тем более, у меня два купона. И два купона у меня до 31 декабря. Еще у меня огромное количество баллов. Почти 1000 рублей. Так, а что, с краю я зайду? Отлично, сейчас давай зайдем с краю. Отлично. О, хорошо. Так, ну что, планшетик свой конфетный взял. Вот сколько у меня влезло. 20 литров. Это я еще сделал, как все по традиции, плюс 4. Вот. Так, закрываемся. Ну, давай. Поперли.